что не хотят штурмовать. Мы можем теней производить, щитомечников и золотых стрелков. Голд бау. Боумер. Так. Кабелины какие-то вылезли. Ну там непонятно, откуда они вылезли. С подземелья выскочили. Зачем иметь эти обзорные пачки, чтобы понять, где он там бежит? И что если не с них? Поджигал. Слушай, сейчас мама не тратит. Ну вообще бежит, но не бежит. Вот там где ХП восстанавливается. Тут. То есть. Угол какой иначе. Что давайте? Все, автобой. Ну, кусочек отпустил. Укусили. 4 хп из 52. А он хер. А мы с этих. А мы всех тут вас сами. Морд вообще не прибыл. Ну отлично. Арт Бетти Шелд прибыл. Щит боевых искусств Шейн прибыл. Дарма предлагает он мне. Что такое? Неизвестно. У нас выбор 230 золота или 86. У нас маны 300 сейчас, и все 165. То есть как бы сейчас мало, но потом вот. А золото. Тело хоть и около 200 стоит. Что принять? Золото даже. Вот тут, посмотрите, ну в крупных городах и многих. Ну чтоб их еще, типа, конечно, присоединить. Если они тогда не приносят, так это вообще. Может кого-то вечно. Вообще их никто не делает, свободно. Не, ну пришлось, но. Ставим посмотрим. Не, мы сейчас заглянем только. Тут, наверное, нету. Ну где есть. Ну не так смотри сюда. А у нас нет еще ни в одной. Вот ликс на следующий тур будет. Пять. Гильдия
10 мастеров можно там 15 бонусов, 90 бонусов. Уже зря мы тут его делаем. На прошлый город слабенько дал. Турец полтора тут. А мы стал, он вырос. Стал в сети. 86-20, ну эльфу. Хотя бы пару эльфов. Ну пока берется. Ну то есть еще нам надо поболеть много еще. Если месяц где-то там народ. Ну ты сам уже мы направо и налево. А там 4 этих фонтана. Ну по дороге подбегаем. Везде где-то. Тут или где-то. Много бардов надо. А, приехал уже. Мы сейчас за постройку что-то строить крепость. Ну, мы почти все обратно в доме. Домой. У нас и так, ну, армии как бы хватает. И мы, кстати, не смотрели города, там у нас суда соседи. В доме на раз за раз. Плюс 50 дохода. 13 это. А что мы там? Почему надо тур ждать еще один? Да. Придется что-то поковыликси этот. Или мирный ворота проверил. Ну мне известно, может как бы с каждым ходом мы хорошо развивались. У нас почти 400 дохода было. Мало 160. Ну сейчас, наверное, он поуходит. То есть не видит баранка. Ого, вот смотри. А, договор с забытыми богами. Все ваши армии. Вообще все тенёхи плюс один защиты, плюс один город. 20, ну, вообще круто, ну. Можно панику. Вот тут, да, сейчас панику. Да. Вот это железная хватка. Выбрал горбой бонус 300. Укрытие в городе. Он сейчас маскируется. Да, типа город пустой нападает. Ну, проигрывает, но мы теряем. И знания. Ну, в панику.